Лето, жара – благоприятное время для распространения бактерий и микробов. Возрастает риск пищевых отравлений. Мясная и молочная продукция, салаты, заправленные майонезом или соусом, домашние консервы, вяленая рыба, несвежие фрукты и овощи могут стать причиной плохого самочувствия. 3-4 жалобы в неделю, около 20 в месяц. У сотрудников Роспотребнадзора горячая пора. Проверки, контроль, дополнительные лабораторные исследования. Берется на исследование продукция. Вот. Обращается внимание, значит, ведется проверка условий хранения и реализации продукции, проверяются сроки годности, документация сопроводительная, которая подтверждает качество продукции. Будьте внимательны. Сотрудники Роспотребнадзора советуют покупать продукты только в местах санкционированной продажи. При этом обращайте внимание на срок годности, внешний вид, целостность упаковки. Перед употреблением обязательно промойте фрукты и овощи под проточной водой, а потом обдайте кипятком. И не забывайте о правилах личной гигиены. Чистота – залог здоровья, напоминают медики.